Я прошу тебя, посмотри в камеру и пригласи всех жителей нашей страны в свой родной город Санкт-Петербург. Приезжайте к нам в Петербург. Смотрите, как у нас красиво. И уезжайте. А какой город Чернушка? Маленький. Сколько там живет людей? 23. 23? А ты уехал, и 22 осталось? Да. А далеко от Перми, Чернушка? Да. Ну сколько ехать? 23. 23 живут в Чернушке, 23 ехать до Перми. Я боюсь спрашивать, сколько тебе лет? 4 года. А, все-таки ты знаешь еще 4. Егор, мне скажут, что ты вообще все о поездах знаешь, да? Да. Это круто. У меня тогда есть пару вопросов. Вот скажи, вот почему бывает в поезде белье распаковываешь, оно влажное? Невозможно. Понятно. А почему, если мужчина едет с женой, то проводницы всегда стройные, а если вот без, то на... Ну ладно, это потом.